Всем привет! Мне сейчас почти 11 утра. Я поиграла часик на пианино. Где-то в 9:30 я проснулась, еще созвонилась с родителями. Поиграла на пианино и сейчас буду готовить завтрак. Пойдемте посмотрим, что у меня сегодня. Там какой-то интересный тост из батата с авокадо. А, нет, соусом гуакамоле, который делается из авокадо. Короче, сейчас посмотрим. Должно быть что-то прикольное. Вот что должно по итогу получиться. У меня на завтрак сейчас буду это делать. Так. Нарежьте максимально тонкими ломтиками батат и положите в тостер. Обжарьте на максимальной температуре в течение 5 минут. Не знаю, тонко это, по-моему, не очень. Почему он пахнет луком? Так, ну что, вот я нарезала батат, не знаю, достаточно ли это тонко, ну как получилось у меня, ну вроде вот этот тоненький, не сильно толстый. Так, теперь нужно сварить яйцо. Так, а батат я кладу в тостер. Так, на максимальную поставила, у меня это 7. Пока яйцо варится и картофель обжаривается, нужно взять пол авокадо, раздавить его вилкой. Авокадо заправляем лаймом, добавляем соль, перец и вот перец чили. И получается у нас соус гуакамоле вроде как. Вот батат этот немножко пережарила, вот этот вроде как раз то, что нужно. Не знаю, честно говоря, сколько надо, там написано по вкусу. А я это готовлю первый раз. Ну что, теперь остается намазать соус на батат и кушать с яйцом. Можно его просто сверху положить. Такой завтрак у меня получился. Сейчас попробую. Но я пробовала отдельно соус и отдельно батат. И что-то мне вообще не зашло. Сейчас попробуем. Сейчас попробую на вот этот батат. Потому что этот какой-то явно недожаренный. Этот недожаренный, этот пережаренный. Так, переложила. Слушайте, довольно-таки вкусно. Прикольный бутербродик такой получается. Да, мне нравится. Вкусно. Даже не ожидала. Уже 12:07, у меня в 12:30 занятия. Быстро выезжаю на фортепиано. После него должна встретиться с Настей. У меня закончилось занятие, выхожу, бежит. Привет. Встретились с Настей, сейчас поедем. У меня дел еще больше, чем я тебе вчера писала. В общем, столько всего надо сделать к отъезду. И мне сейчас еще сначала домой надо заехать, видео выложить. Так что сейчас ко мне поедем. Ты давно тут ждешь? Час. Что? Я же тебе говорила, на сколько, на два. А, да? Она, либо я приехала бы сюда в 3, либо в час. Я поняла. Поэтому я замерзла. Заехали домой, проторчали там 1,5 часа, потому что я возилась долго с видео. Позапредыдущим. Это еще за позавчера у меня. Сейчас приехали на почту, нам надо зайти на 3 почты аж. Ну, мне. Настя со мной за компанию сегодня по всем делам. Да. Мне сначала надо зайти на почту, забрать посылки от вас какие-то пришли. Потом зайти на почту мамину забрать и свою. И еще на одну почту тоже мамину забрать. Давай еще раз. Мы зашли в зоомагазин с Настей, мне надо купить еду хомячкам, еду песчанкам и еду котам. Ну, котов еще есть немножко, но скоро закончится. Так. Тебе тут надо корзину брать огромную. Ну, просто хомячкам много надо взять. Мы обычно не намешиваем корм, всякое. Ну, покупаем что-то отдельное, зерно, орехи, знаешь. Угу. А на базар мы уже не успели сегодня. Ну да. Какое взять? Что, ты будешь сегодня мешать? А, ты будешь брать готовое. Нет, просто буду, да. Все, я поняла. О, говорю, большую телегу надо брать себе. Да пока хватит. А, хотя не, я на 4 дня уезжать буду. А тут нет больше, я все забрала. А вот то не оно? Это для... А то. Это для свинок. А. Блин. Ну что, сейчас спросим, может еще что есть? Да не, вон, тут еще есть. Просто не, может этот есть еще на складе, там я не знаю, где они их берут. А, вон еще.
Все, Настя набрала. Просто надо Наде оставить. Я буду уезжать в Киев с субботы до вторника. И было чем кормить. Все, пошли кошка, вы что, возьмем кормить? Настя набрала целый пакет. Все. Я говорю камере и подписчикам, что ты набрала целый пакет еды. У меня в машине есть этот... Да, знаешь, как секретное такое местечко. Ну, тут у меня всегда лежат мандаринки. Если кто-то вдруг пойдет в мою машину, знаете, что вы можете засунуть сюда ручку и взять мандаринку. Держи. Да. Без проблем, берите. Так, о. Будем кушать. Зашли с Настей покушать, сейчас поесть-то. Настя взяла пюре с какой-то котлеткой, яичку и по сырнику. Вот, приятного нам аппетита. Приятного тебе аппетита. Так, сняла деньги, сейчас мне позвонила Надя, сказала, что хозяин ждет меня уже дома, чтобы я ему привезла за коммуналку. Ну, он сказал, вечером будет, сейчас уже 6 часов, по сути, вечер. Но я думала, он позже приедет, поэтому сейчас поеду домой, отдам ему деньги. После этого сейчас ездим в депот и зайдем наконец-то в тот магазин, который я хотела. И там купить, короче, эти подушки, пледик, которые я вам рассказывала. Поснимаем там, и потом я отвезу Настю на остановку. И еще, может быть, заеду к Вике Цукановой, хочу с ней кое о чем поговорить, но пока об этом не буду рассказывать. А в продуктовом месте заедем еще? Да. Успеем? Да, мне надо на завтрак купить, на завтрак, что приготовить. На обед, я думаю, уже там в Киеве куплю. Все, заплатила деньги. Ну, и сейчас мы едем в депот. Там уже, я думаю, побольше поснимаю магазинчики, потому что магазин классный такой. Боже, приехали в ТРЦ. Ой, ветерок, блин, такой холодненький. Для себя сейчас открыла, что этот магазин называется Юск. Ну, ведь читается же Джиск. Ну, короче. Так. Да, вот мне подушечки вот. Смотри, какие классненькие, да? Смотри, вот еще есть. Такие милашные просто. Настя, ты мне тоже глаза открыла, не видела. Это не тот. Вот, я хотела вот такой, типа. Такого типа сейчас. Какой ты плед? Вот, я себе хотела либо такой, либо серый, либо белый. Но это я уже в новую квартиру просто хочу себе. Лучше белый. Я уже просто знаю, где он будет лежать, понимаешь? Я в своей квартире. Он большой? Уже все придумала. Он не влазит в камеру. Классный, да? Класс, да. Вот он. Вот он. Ой, подожди, его нет фокуса. Ну так это он внутри такой. А ты хотела полностью? Нет, я думала, что он просто не такой коричневый внутри вот этого, видишь? Ну, это внутри коричневый, а снаружи, что он такой будет? Ну это прикольно. Вот, и я хотела. Ну, это я просто себе на квартиру придумала. У меня же балкон прозрачный. Ага. У меня там будет стоять кофейный столик, типа такой. Класс. И такое большое, типа, как кресло, ага. Мягкое такое. Я не знаю, ты видела или нет. Да, я поняла, о чем ты. Я поняла. На нем должен лежать такой пледик и подушечка. Класс. И там кофе, еще можно там заварничек поставить, типа, чтобы вообще круто. Да, и я просто вот эти увидела, и я думаю, это оно. Это оно, это точно. Там да. Еще ж подушки либо есть такого, к ним. Либо такого, да. Не, лучше коричневый. Мне тоже больше коричневый. Либо... Не, ну это не такой. Вот это именно такой, как я хотела. Вот это вот. Жизнь, да, класс. О, ну сюда зайдем. Вообще не то. Но оно не подойдет сюда. Тебе нужно что-то тоже коричневое. О, там как раз две. Да, или ты хочешь одну? Не, я не знаю. Мне две, в общем-то, не надо, в принципе, но... Так а чё? Если я это потом переложу куда-то... Ну да, если там на кровать потом. На диван, допустим, потом. Если на диван, то как раз две потом. Да, возьму две. Соберем. Класс, это тоже так хотела. Он такой мягкий, просто попробуй. Да я знаю, ты что? Я что ж такое хотела? Еще я хочу гнома там взять и посмотреть, что там еще есть к Новому году. О, класс. А ну, коврик? Ты будешь коврик стелить? Да? Ну да. Я тут почти не была, один раз не буду. Вот этот коврик я хочу себе в комнату. Ага. Или вот такой серенький. Не, я хочу мягенький такой, это не такой. Не такой? А, и на балконе еще коврик будет. Да. А вот эти еще складываются. Ну вот это простые белые, или ты хочешь цветную? Я буду брать себе простую белую, не хочу с узорами. А вот это? А, ты сейчас домой? Ну да, конечно, у меня будет до квартиры, понимаешь, все. Ха-ха.
А ты как какое? Ты приблизительно хоть хочешь? Просто понравится какое. Ну так мы уже все прошли. Значит, ничего не понравилось, да? Блин, ауту. О, все, как есть, смотри. О, вот тут пуфик, Настя, смотри. Тебе в этот. Тоже на балкон. Класс. И к ним подушку такую же, там, например, белую. Кстати, а вот это кресло дитяче, никогда бы не подумала. Я думала, если честно, что это для собачек. Да, похоже. А что? А в эпицентре, я не знала, что здесь продают. Да в эпицентре тоже хорошее. Да, ну мое уже разобрались. Да? Идем посмотрим, что выходит. Все, пошли. Так этот, а, ты не другой, будешь... Другой, видишь, совсем другой. Да. Видишь, а тут еще что нарисовал? Олень это. Вот, олень. А, тю, я не могу понять. Мне вот это тоже в прошлый раз очень понравился. Бери два. При этом мало не бывает. Да, да, да. Кто знает, когда они тут еще будут? А, это он, кстати. Да, это он. А где Олень? Он вот там в крае. А, ну да. Он тоже классный, вот это вот. Да. Так, а подушки будешь вот эти новогодние брать? Ой, какая табличка. Классная. Угу. Вот это, кстати, свечка, которая так вот закрываешь ее. Я сейчас, наверное, в свою комнату возьму гирлянды. Вчера я А ты же брала в прошлом году. Помнишь, мы с тобой покупали? Да. Огромную нас на елку в Киев. Куда ты ее делал? А, да, но она же все в Киеве. Это Катя там осталась, она будет украшать. И елка даже там в Киеве, потому что я покупала. А, не я, мы с Катей вместе покупали. Настю не остановить билеты? Да ладно, я не так много. Ну, красивенько, например, это не мой сыночек, не такая. Как будто еще какой-то маленький сыночек, еще одной. Я такую Настя гирлянду взяла. Где? Уже гнома поменьше взять. Еще это... одного или... Не, я поменьше. Хотя мне этот больше нравится. Ну да. И вот это мне нравится. Красиво. Ну, куда ты его поставишь? О, знаешь, куда его можно поставить? Это на... я тоже возьму. Да куда угодно. Вот, на стол, на окно. Нет, знаешь, на куда? Я придумала просто куда. А, куда? На... Там, где у тебя полочка. Кошечки. Над комодом. Да, да, туда тоже. Я вот. Туда поубираю из Египта. Так, вот это вот. А кого мы встретили? А мы собрались в этом центре. А какую же ты хочешь, Катюша? Да нет, нет. Ну тут я. Вот с таким покудочком мы вышли. Настя теперь как Дед Мороз будет идти с ним. Мы с ним уже пришли в магазин. Выбираем продукты ей завтра на супер-пупер завтрак, да, Настя? Да, на обед я уже там. Мне надо замороженные ягоды. Клубничку хочу. А вон следующая малина, не? О, где? А не, это черная смородина. Черная смородина, а, там да. Дальше. Ну, может, в другом месте. Есть то, что мне как раз не надо. А, ну да, так всегда. Шли? А семеночки? Магазин. Шли. Я сейчас еще Вике позвоню, они покупали уже семеночки, я видела, как Лариса их замачивала. Я тоже видела, как кто-то их делал, короче, но я не знаю, где их взять. Пошли искать соевое молоко. О, я сейчас тебе покажу, где оно. А, ты знаешь? Мы с Настей нашли соевое молоко, я ей показала, где оно. Объясните мне, объясните мне. Здесь написано, нужно взять творожный сыр и творожную массу обезжиренную. Какая разница? Вопрос. Типа, и там творог, это же понятно, зачем брать свой дом в одно блюдо. Какая ложка, 5 грамм. Мне 5 грамм, пожалуйста. А еще мы нашли семена чиа. Мексика. Давай. Ой, я как левой рукой давай, сейчас подожди. Давай. 5 грамм, так. Я не думаю, что тебе продадут 5 грамм.
А сколько? Это что мне? Сколько мне их брать? Вот так что ли? Ну, семена чиа это то, что тоже может лежать. Тебе, я думаю, в других рецептах оно тоже понадобится. Ну все, харе. Харе набирать. Хватит? Его слишком много, да. Ну что, хватит. А оно взвесит столько? Оно такое легкое? Взвесит. Попросим, чтобы взвесили. А ну сколько там получилось? Это взвесит, да. Да нормально. Давай ставочки ставим. Я думаю, тут грамм 50. Я думаю... Блин, я тоже так... 40, наверное. 40 ставлю. Ты сколько ставишь? Блин. А, ну-на, держи. Ты что, сравниваешь? Это грамм 30, я ставлю 30. Все, так, момент, ты снимай вот здесь. Вот здесь. 60! Ого! Капец! Капец. Есть один вигант? Мы вышли из магазина, наконец-то. Да, пойдем глянем часть. Я там увидела, который мне нравится. А, это типа под дерево. Да. Вот я увидела у тебя, видишь, коричневый. А я видела эти сразу. Да, эти мне, да, эти мне. Эти светлее, красивые, класс, мне нравятся. Клевые. И они, видишь, по очереди показывают градусы, время. Класс. И что еще, по-моему? Ой, смотри, там камера. А сколько они стоят? Почему на всем ценнике висят, а на них нет? Не знаю. Блин, маленький. Ну, если 400, это 400, если это 400, то да, это где-то 600, наверное. Все так дорого. А что ты хотела? Настя пошла сейчас на заправку. Все, Настя уходит. Пока. Такой хороший день сегодня был, так классно, да, погуляли вообще. Ну, вроде и по делам съездили, и погуляли. И погуляли, да. Все. Я сейчас еще к Вике заеду. Мы с ней встретились это в магазине. Я не знаю, ты снимала это, да? Да. Вот. И мы договорились, я к ней сейчас заеду, кое о чем еще поговорим. Я пока не буду об этом рассказывать, потому что это все еще не факт, что будет. Вот, но я на это очень надеюсь. Все, пока, Настя. Пока-пока. Еще один рож. Давай. А я завтра утром еду в Киев. Еще, наверное, заеду сейчас в магазин. Хотела, мне Вика просто должна написать, мне еще ждать, пока она напишет. Наверное, заеду в магазин одежды и посмотрю какие-то еще сейчас свитерки, потому что у меня что-то совсем ничего нету. Все, зашла еще в магазин, купила морковки и и тыквы животным. Попрошу Надю, когда приеду домой, она зайдет, посмотрит, как его я кормлю, чтобы на 3 дня можно было оставить. И купила еще вот мандаринок. Вики зайду, это им принесу. Не знаю, можно им или нет, они там с Ларисой что-то диету держат, правильное питание. В общем, ну, если что, будет Назару и Сереже. Вот. Все, съезжу и потом домой. Еще нужно смонтировать вчерашнее видео. Желательно еще одно сегодняшнее, но вряд ли, конечно, я успею. Покормить всех животных, так убрать, чтобы ничего уже дома не оставалось. И все, завтра утром я еду в Киев. Я уже очень соскучилась просто и по родителям, и Кате. Хочу увидеться с ними. И возьму еще уроки вождения по Киеву. Вот. Не знаю, буду ли еще сегодня что-то снимать. Пока всем пока. Но может еще дальше какое-то продолжение будет.